Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня расскажу о ICO AlphaK. AlphaK в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование AlphaK с сайта компании, где мы сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте, а также white paper, понимаю, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. На главной странице нам предлагают ознакомиться с промо-роликом. AlphaK будет применяться для поддержки справедливой и прозрачной автомобильной промышленности. AlphaK станет надежной и саморазвивающейся автомобильной экосистемой. И, конечно, одной из основных особенностей AlphaK является использование технологии блокчейн, который позволяет сделать платформу прозрачной, открытой, максимально безопасной для обеих сторон транзакции. AlphaK сделает невозможным подделку или удаление всех записей и транзакций в автомобильной промышленности. Также ниже мы можем ознакомиться с основными направлениями, с которыми будет работать AlphaK. Такие как, например, обмен автомобилями, страхование, обслуживание и ремонт автомобиля и так далее. ACAR – это токен, который могут использоваться для оплаты услуг в экосистеме AlphaK. Общее количество ACAR токенов составляет 10 миллиардов. Также мы можем видеть распределение токенов в процентах. Можно сказать, что команда оставила для себя и партнеров немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также есть раздел «Дорожная карта». Мы можем видеть проект запущен в 2017 году. График четко распланирован. Развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также нашему вниманию предоставлена проектная группа, советники. Вся команда хорошая, внушает спокойствие. Над данным ICO работает слаженная команда специалистов, которым к тому же помогают известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также на сайте есть раздел «Часто задаваемые вопросы». Обратившись сюда, кликнув на вопрос, вы можете увидеть ответ. Также вы можете связаться по интернет-почте или же стать подписчиками в одной из соцсетей, предлагаемой нам ниже, для того, чтобы быть в курсе всех последних новостей и развития проекта. На этом обзор нового ICO проекта AlphaK закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!